В Нижегородской области продолжаются работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Работы ведутся во всех районах области. Вот, например, дорога Городецкое-Вернино. Не знала ремонта уже 20 лет. 22 года она без ремонта. Держится за счет содержания. Вот жители северо-западной части Городецкого района, Сокольского района, будут рады. Им приятно будет по безопасной, качественной дороге ездить. Здесь заложена, во-первых, фрезеровка асфальтобетонного покрытия, укладка выравнивающего слоя и укладка верхнего слоя покрытия. Сделаны работы уже практически на 80%. По срокам у нас сдача конец августа. Дадим раньше, я так думаю, начало августа.